Здравствуйте. Мне должна была прийти посылка. Заказ номер 40. Сейчас проверю. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Ви, да? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня амелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, еще один демон точно не помешает. Можешь его проверить, у меня есть точка доступа, если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму, я бы попробовала на твоем месте. Это как получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить себе какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Thank you.